По словам Дархана Жазыкбаева, агентством подготовлен ряд предложений по упрощению отбора молодых специалистов на государственную службу. Так, в вузах и колледжах предлагается на внеконкурсной основе принимать на низкие должности районного и сельского уровня молодых специалистов, но только тех, кто получил образование за счет государства и показал высокий средний балл успеваемости. Здесь с начала года глава государства поставил ряд задач перед агентством. Мы проводим разъяснительную работу с государственными служащими по разъяснению этих поручений, а также по упрощению поступления на государственную службу, а затем по совершенствованию качества оказания государственных услуг, а также по освобождению от бюрократии. На встрече с молодежью Дархан Жазыкбаев сказал, если у вас есть молодежь, которая хочет в будущем прийти на государственную службу, то их главная цель – не стать большим начальником, а служить на благо страны. Все должно основываться прежде всего на общественных интересах, а не на личных карьерных амбициях. На сегодняшний день встреча с молодежью Акмолинской области, молодыми государственными служащими и молодыми будущими специалистами была проведена на нашей молодежной ресурсной площадке со студентами. На встрече приняли участие около 100 молодых граждан, которые получили ответы на интересующие их вопросы. На все вопросы ответил председатель агентства по делам государственной службы и провел беседу с молодежью. Председателю агентства была представлена работа Центра обслуживания молодежи города Кокшетау, оказывающего услуги бесплатной и экстренной консультативной помощи по поступлению на государственную службу, государственным программам, грантам, льготам, ипотечному кредитованию. С первого дня там живу, в семье. И вот, чтобы переписали на меня... Одна из главных проблем горожан, поднятая на приеме у председателя агентства, это земельный вопрос. Он и сегодня не теряет своей актуальности. Также были обсуждены жилищные вопросы, аспекты, касающиеся государственной программы «Нурлыкеш». Председатель агентства дал ряд соответствующих поручений территориальному департаменту агентства по вопросам, возникшим со стороны местного населения. В завершении визита Дархан Жазыкбаев ознакомился с работой центров обслуживания населения города Кокшетау и Бурабайского района. Айгерим Бегенова, Александра Гауарт, Ирзат Смагулов, Медет Кэркенов, Жусуну Мырзак, Рахат Жумабек, Кокшетау.